Всем привет, друзья! Я решил сесть и записать ролик по Brawl Stars, но мне пока что этого сделать не дают. Можно я в Brawl Stars зайду? Так это никому не интересно. Это Вивил. Я понимаю, что это Вивил, но я хочу Brawl Stars. Пиу-пиу. Можно я зайду? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Можно? Brawl Stars классная игра или вот такое? Ля, ля, что творит, ля. Может, малому канал создать? Ля как удирает от ментов, так ты что? Ты их развалил, Данил. Ля, какие пятаки крутят. Это у тебя что, Форд, Мустанг? Что это у тебя за... А, Мустанг? Мы зайдем сегодня в Brawl Stars? Смотри, какая классная игра. Вообще классная. Так, кто мне проект запорол? Плохая игра? Да. Это плохая игра? Да. Не играть в нее? Мне играть в машинки? Да, и снимать на канал машинки? Нет. Не, не снимать? Просто играть, да? Я тебя кое-что попрошу, Данил. Помнишь, ты мне... Стоп, только сейчас без рук. Главное, чтобы ты не запорол мне больше проект. Ты мне Фрэнка нажал, помнишь? На Фрэнка, да? Давай эту ситуацию исправим. Это проект Пудшелли, друзья, всем привет. Я как-то на стриме играл на этом аккаунте, и Данька случайно... И Данька случайно нажал в меню бойцов и нажал на Фрэнка. Тем самым Фрэнк перестал подсвечиваться новым. Суть моего проекта это была поднять 14,5 тысяч кубков, ну и не активировать бойцов. Вот такой вот фетиш. Но Данька мне помог проект запороть. Не надо было сейчас открывать. Нам гаджет еще выбивать. Но эту ситуацию можно исправить, прокачав Фрэнка на 7 уровень. Ты накосячил, ты исправляй это. Хорошо? Чё-то мы с ним только что поссорились. Сейчас буду просить прощения, пойду. Фух, помирился с сыном. Даня, сколько мы договорились, ты откроешь раз? Сколько? На сколько раз? Один? Один. Один раз откроешь. И потом Вивив, да, включаем? Да. Итак, хорошо, сейчас. Итак, ребят, быстренько я попытаюсь все исправить. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы это все с первого сундука выпало. Смотрите, я сейчас доначу. Доначу я, короче, сразу хорошую сумму. Вот, чтобы Данька открыл сундуки и выбил мне гаджет. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы он выпал как можно быстрее. Ого, ого, сколько выпало, ого. Смотри, сколько выпало. Больше донатить? Так. Давай, я Фрэнка прокачаю и пойдешь играть в свою игру. Договорились? Опа, все, мы исправили ситуацию, сынок. Смотри, мы теперь Фрэнка можем прокачать. Тихо, только аккуратно, пожалуйста, самое главное, не нажать ничего лишнего. Так, Фрэнк... Да блин! О, на 7-й, фух, я думал, не хватит. Ровно хватило. Плюс у нас есть гемы. Открой сундук. Пожалуйста. И мы будем играть в машинки. Вивил хочешь играть? Ну, один сундук открой. Если выпадет оттуда гаджет, я тебе обещаю, мы пойдем играть в Вивил. Один сундук. Открывай, нажимай. Не хочешь? Ну, нажал же. А что там выпало? Ничего не выпало. А нам нужен гаджет. Но я позаботился, Данька. Данька говорит, задонать мне в игру. Что ты в свою игру? Не злись. Еще одну. Открой еще один. Один. Ну, Данил. Где гаджет? Ребят, поставьте, чтобы выпал гаджет. Еще один. Оп! Данька, ты открой, выбей гаджет. Еще один. Давай. Оп! Ес! Ес! Ура! Ура! Поставь лайк. Поставь лайк, чтобы это... Кстати, это может быть Лего. Давай, открывай. Давай смотреть. Там может быть Лего. И Вивив, да, идем? Все, нажимай. Пожалуйста, сделай Фрэнка новым. Да! Да, он из... Ура! 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 Мама! Мама! Ура, да!
Ребятки, моя цель была вернуть Фрэнка на... Короче, чтобы он был новым. Все, выключаю игру, я обещал, я помню, я слово держу свое. Итак, друзья, сейчас, стой. Смотрите, ребята, проект все, вернули, Фрэнк новый. Только, к сожалению, Фрэнк подсвечивается... Ой, он-то новый. Стоп, стоп, секундочку. Он-то новый, но на нем видны кубки. Видите, да, на нем видны кубки. Ну, это будет единственный персонаж. Все, выключаем, да? Ой, Надя мог. Он мне даже не дал закончить. Звук где? Звук в наушниках. Вот здесь звук. Где звук, говорит? Так, если есть... Так вот, вот, смотри. Вроде договорился. Ой, как, какой же сложный характер. Как же трудно с ним прийти к какому-то решению. Вот как он понимает, куда ему ехать, как ему поворачивать. Да что ты одним пальцем в носу, другим играешь? Играй двумя руками. Не ковыряйся в носу, некрасиво. На тебя смотрят сотни тысяч людей. А мы в Brawl Stars сегодня поиграем, нет? Все. Все? Ура! Отобрал, отобрал. Друзья, ну что, я думаю, вы поняли, да, что проект продолжается. Ну, он, конечно, не идеальный. Не идеальный, но вы знаете ситуацию. Вы знаете ситуацию. Короче, Данил случайно нажал на персонажа. Но, блин, вот теперь видно, видно его кубки. А, стоп, 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 стоп. Кубки не видно. Это уровень, уровень силы. Если сейчас его нафармить этим... ну, как их, старпоинты? Если выбить старпоинты, то он будет, как и все, подсвечиваться зеленым. Все, я понял. Я тупанул, сорян. Да, ну, короче, мы не будем сливать гемы за это. Но это тупо вообще. Это в никуда сейчас деньги улетают. О, Фрэнк выпал. Ну, так мало, что не хватает на новый уровень. Все в порядке, ребята. Даже не видны кубки. Ну, тогда вообще все отлично. И я могу на нем играть. Причем, и он будет подсвечиваться новым. Давайте это сделаем. Я боюсь нажимать, а если вдруг не будет? Будет, 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 все, оп. И он новый, да, он новый, смотрите. Погнали одну каточку. Одну каточку скатаем. Короче, друзья, поставьте лайкос. Вот. Я, кстати, вот реально подумал, по фану, может, чисто по приколу создать, ну, канал для малого, но не знаю, типа, не стоит ли ему... Сразу, а то будет потом игроманом. Не хочу. Не хочу, может, не стоит, не надо. Потому что если создам канал, это придется потом тогда постоянно записывать ролики. А я, ну, планшет крайне редко ему даю поиграть. Потому что я знаю, во что это превратится. Я сам в детстве как подсел, помню, на игрульки. И все, потом меня за уши не оттянешь. А до этого такой парень был, гулял в футбол. Так, пацаны, вы не против, если я у вас тут... позаимствую. А что мой гаджет делает? Я даже не знаю, что мой гаджет делает. Да. Так. Так. Давайте нажмем гаджет, я не знаю. Что, что это? Музыка играет. Что делать? Эч! Эч! Еще раз! Ладно. Ладно. Я думаю... Тихо. Я думаю, ничего страшного. Так, друзья, я рад, что мы восстановили мой проект. Я рад, что мы его восстановили. И теперь можем спокойно... Стоп. А если... Не понял, а где? А, вот. Биг ящик. Смотрите, на проекте, получается, нету всего лишь... Сейчас, секундочку. Всегда стрёмно. Всего лишь Сэнди и Спраута, который выйдет через 5 дней. А так, в целом, аккаунт уже все заряжен. Я просто сейчас на нем не стримлю, ребят, и кубки на нем, как видите, не апаются.
Я сейчас до конца сезона хочу попробовать апнуть Джеки, сколько у меня получится. На данный момент у меня 900 кубков. Ну, наверное, я 1000 не апну. Я так посмотрел, какие игроки играют на таких кубках. Я явно не тот уровень, чтобы апнуть 1000. Поэтому сегодня приходите, предпоследний стрим будет на Джеки. Вот, ну а потом, наверное, будем добивать Шелли на 14,5, ну и разыгрывать этот проект среди вас. Так, секунду, надо вернуть Шелли на место в меню. Сюда иди, сюда иди. Вот она, хоп, вот так вот. Вот такой вот классный проект. Данька это заварил, Данька это и разварил. Запорол и разрулил. Данька это заварил, Данька это разрулил. Да. Вот. Поставьте лайкос, подпишитесь на канал. Иди попрощаемся, Данил. Иди попрощаемся со зрителями. Скажем пока-пока. И все. И я больше тебя не буду трогать, потому что, ну, ты начал эту тему. Иди скажешь пока зрителям, и все. Больше ничего не надо. Но они... Они... Иди. Они тебе лайки ставят, а ты скажешь просто пока и спасибо. Иди. Скажешь пока? Просто скажешь пока, пока. Ну вот, и давай, я не буду тебя... Скажи пока. Скажи пока. Не, не скажешь пока. Они обидятся на тебя. Не. Не, ребят. Поэтому будем сидеть. Прощаться пока не время. А я скажу пока, дорогие зрители. Пока. Пока. Давай, говори пока. Пока, ребят. До новых встреч. Ставьте лайки. Хорошего вам настроения, ребят. Улыбайтесь и будьте здоровы. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока, ребят.